Боже милостив, будь ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафима, безболезно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, силою честного животворящего креста и святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель Духа Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благие, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы не получаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Читаю псалом.
вопили, Господи, спят, дышащие со мной. Слышно меня? Слышно, но что-то глухо. Микрофон выключите, пожалуйста. А сейчас как слышно? Хорошо. Отлично. Ступись, Господи, в тяжбу со мною. Ступись, Господи, в тяжбу с тяжущими со мною. Побори борющихся со мною. И возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующий меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да восстоятся и сохранятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие не Бог. Да будут они как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и польза, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него погибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уложит его самого, да впадет на нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Боге, будет веселиться от спасения от него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен тебе исправляющему слабого, от сильного, бедного и нищего, от грабителя его. Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю о том допрашивать меня. Воздают мне злом за добро, сиротством души, в душе моей. Я во время болезни их одевался в обетище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою. Я поступал, как это был друг мой, брат мой, и ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю за что, поносили и не переставали. Лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейских, от львов, одинокую мою. Я отослал тебя в собрании великом среди народа многочисленного, восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безумно. Ибо не о мире, говорят они, но против меня на земле составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят, хорошо, хорошо видел Бог. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня, подвигнись. Полосы мои, и говорят, и стану, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду свою, и хвалу свою всякий день. Нечестие беззаконного, говорит сердце мое, мне страха Божия перед глазами его, ибо он спит тебе в глазах своих. Будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его, лобоуст его неправды рукавства, не хочет он разумиться, чтобы делать зло, на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не внушается зло. Господи, милость твоя на небес, истина твоя до облаков, правда твоя, конфоры Божии и судьбы твои, бездна великая, человек от истоков, хранишь ты, Господи, как драгоценна милость твоя Божья. Ты мой человеческий тени плюс твоей покой, насыщается от сука дома твоего, из потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет, проди милость твою, знающую тебя, и правду твою в правом сердце. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не сдвинуты и не могут встать.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давай по очереди по одной. Восстав от сна, вторая. Так восстая от полночки, вершит тебе спать и петь, и припадает стопам своим, воскресаю тебе. Не дай мне уснуть в неполной смерти, но жертвы надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащим, и спаси меня, стоящим перед тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день, как грешник из петуха, и спаси меня. Владыка человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, и по многой Твоей благости, и великому милосердию Твоему, дал мне рабу Твоему мимолетное время тренировщика вести мне на пасти, и всяческого зла в радости. Ты сам, Владыка, Творец Всесущего, удостой меня истинно Твоих светов, освященных сердцем, исполнять Твою волю, теперь всегда, и во веки вечно. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам его. Но найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставь духи мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержность мою, не дай возможности злому демону починить меня все преобладания на трансфертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святый ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбила тебя во все дни жизни. Если я чем-то грешила в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы он утвердил меня в страхе своем, задел меня рабом, достойный своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами,
Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые Божьи угодники, Сергей, Елена, Ольга, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах ваших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подаем Твои земные небесные блага, и не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи и силы Твою, даруй им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, в небесных Твоих обителях, православных родителей моих, и всех православных христиан, ответствующих. Прости им все и грехи вольные и невольные, дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Молитва о детях. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей, ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемыми предметы, употребили их на благо Твоей Церкви,
на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Молитва с поклонами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Ава, Отче, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайное и явное в уме и помышление, во дни и ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал. Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых. Хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, Матерь Божья. Благодарю Тебя. Покроем афором любви Твою в скорбях, печалях, тесных обстоятельствах. Ты помогала мне, спасала от позора поношения, посрамления, отступничества и измены. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти жизнь, и в транспорте, и на работе, и всюду. Ты хранил меня, благодарю Тебя, ангел. Смертный час, не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тел. И на мытарствах проведи душу мою, и введи ее навеки в вечное царствие небесное. Иоанн Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности, быть благочестивыми и довольными, довольствоваться пропитанием и одеждой и никогда не роптать. Никому не завидовать, быть во всем экономными, довольствуясь малым. И искать прежде всего Царство Божие, правды Его. Не бояться начальствующих, правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Устоять верности Богу, каждому надарует Господь жилье. Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Никола, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон.
Иофавель, ну Иосиф, патриарх, Ездры, Неемия, Амос, Наум, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Илия, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за длинных пророков, которые движимы Духом Святым. Изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками, истинной верой и сосудами полными добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божий предстоящий, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, прорахунный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей, мир, Владимира, Дмитрия, Дональда, ангел Меркель, других. Да продлится еще мир. Дай нам еще священника и место для занятия. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий, Богородец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, чтобы малые дети верили искренне в Тебя, в гонениях, в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священные Писания. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими, всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш, даруй всем духовное рождение свыше, водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы Фокла, первомучица Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юния, Киприана, Устина, молите Бога. Даруй, Господи, девам и женам послушание, молчание, целомудрие, стыдливость. Сохрани их от всяческих поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе. Слава, честь и поклонение
Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милостив, будь ко мне грешным. Создавший меня, Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву во всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро.